Маслиха, красный дом, бассейн, протяжка. Для любого нижегородца это просто набор слов. И только саровчане сразу поймут, какие объекты я только что перечислила. Самый секретный город России, духовный центр, место, где соединяются религия и наука. Или просто город, окруженный лесами. Так о Сарове пишут разные интернет-источники. А что о родном городе скажут те, кто в нем живут? И за что они любят Саров? Саров вообще замечательный город. Я хоть и долгое время жила в Москве, но мне все равно сюда тянет, потому что здесь так спокойно. Здесь чувствуется какой-то особый дух, какая-то вот теплота. Не знаю, здесь очень комфортно. Я очень люблю свой город Саров, и мне в нем нравится его какая-то умиротворенность, которая здесь присутствует. Я люблю все, что окружает меня здесь. Ну, это, наверное, может понять только тот, кто здесь живет. Хотя и те, кто приезжает к нам в город, они тоже всегда восхищаются нашим городом. Ой, я не могу вам сказать, за что я его и люблю. Во-первых, ой, то, что у нас закрытый город, вот за это я люблю, чтобы никто к нам сюда здесь не совался, как говорится. Типа за жизнь детей, за внуков. Я сам только тут год, можно сказать, поэтому за работу люблю и за учебу здесь хороший. Ну, тихий город вполне себе. Вот. Ты можешь сравнить, да? То есть, я жил в Казани, да. Ну и как тебе Саров по сравнению с Казани? Ну, свои плюсы, свои минусы, но если говорить о плюсах, то город намного тише, спокойнее здесь. За чистоту. Самый чистый город, мне кажется, у нас. Атмосфера. Да. Люди, чистая вода. Тишина и спокойствие. Родной город, мы здесь родились. Что тебе нравится в Сарове? Тут много мороженого вкусного. Зеленый город, чистый. Всегда его убирают хорошо. Спокойный. Очень такое место хорошее для воспитывания детей. Очень много кружков, занятий для детей. Для молодежи, ну, довольно-таки большое количество, опять же, мест, где, куда можно прийти, гулять, посидеть в компании. Мне в городе нравится спокойствие, то, что город небольшой, очень зеленый. У нас, мне кажется, ну, как мне кажется, красивый город, красивая архитектура, здания, особенно главные улицы, тем более столько деревьев, очень красиво.